Знаете, человек впечатлительный, любым советом следовал неукоснительно. Он от этого и умер, вообще-то, видимо, по совету из ютубовского видео. Написал тот человек в завещании, чтоб на повторе от начала до окончания этот трек играл на похоронной церемонии. И чтоб гости плясали, все не филонили, со всей дури, чтоб силы не экономили. Послушай мой совет в формате MP3, не жди, пока состаришься скорее. Жаль, что твои родители не чайки. Гори в аду, в аду гори. Сатана напевает эту песню в душе, пока жена ему готовит на кухне кушать. Она знает, чем порадовать на ужин мужей, достает из морозилки твою злую душу. Пока в раковине тает кровавый лед, он шампунь с экстрактом жажаба берет. И намылившись весь от рогов до копыт, закрытыми глазами то поет, то свистит, то зарычит, то как райская птичка. Мотивчик, аски приипчив, настроение просто отличное. Мелодично журчит водичка, на кухне стучит молоток шипастый. На кухне шипит в сковородке масло, там дым коромыслом. Мы пахнем вкусно, когда повар от Бога еда искусства. Послушай мой совет в формате MP3, не жди, пока состаришься скорее. Жаль, что твои родители не чайки. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате MP3, не жди, пока состаришься скорее. Жаль, что твои родители не чайки. Гори в аду, в аду гори. Ну тут я уже смыл кондиционер, в зеркало посмотрел, видит, располнел. Полотенце снял с крючка на стене, вытер голову и тело, халат надел. Сел за стол, налил для аппетита, стоя из большой бутылки с перевернутым крестом. От аромата урчит желудок пустой, а ты такой кричишь ему с блюда. Стой, нож не трожь, рот закрой, вилку не втыкай. Не такой уж я плохой, мне надо в рай. Сатане не впервой служить эту срань. Из рюмки крепкий настой льется через край. Прямо в рот, вот и все, выпит аперитив. Он мурлычит под нос, все тот же мотив. Сейчас они подкрепятся с женой нормально и отправятся антихриста делать в спальню. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься скорее. Жаль, что твои родители не чайки. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься скорее. Жаль, что твои родители не чайки. Гори в аду.